Меня зовут Наталья Подольская. Я участвовала в «Фабрике звезд 5». Моим продюсером был Виктор Дробыш. Спасибо большое. Наталья Подольская! Моя жизнь делится на до фабрики и после фабрики. Фабрика для меня была трамплином. Наташка Подольская у нас самая крутая вокалистка на «Фабрике звезд». После «Фабрики» было много всего. Было Евровидение. Будет что рассказать внук. Самым лучшим призом для меня было бы любовь зрителей, песни, хиты, любовь, дружба, мои близкие рядом. Я пришла на этот проект, потому что я обожаю петь. И каждую неделю петь в эфире Первого канала. И для меня это творчество. Я не могу без этого. Света больше нет, одиночество так быстро для меня стало лучшим другом, и теперь не нужно мне играть такую непростую роль, что прошла печаль и утихла боль, но давным-давно закончилась гроза. Птица пролетая в небе оставляет легкий след, как будто мой тебе ответ. Поздно, слишком поздно. Жертвенным огнем своей души я сжигаю все, так спеши навсегда тебя оставить в прошлом. И, возможно, станешь самой горькой из потерь, только знаешь завтра, как тебе ни о чем не пожалеть. Все понять, снова все простить. Так хочу, но я устала добить. Пусть ночами память сердце мне тревожит, и непрошенной тоской в нем звучит. Поздно, слишком поздно. Я сжигаю все, так спеши навсегда тебя оставить в прошлом. И, возможно, станешь самой горькой из потерь, только знаешь завтра, как тебе ни о чем не пожалеть.
Наташа стала больше за все эти годы. Да уж, точно. Нет, Наташа, это не мы с тобой сегодня в паре. Разрешите всем напомнить, что у Наташи тоже есть некие перемены в личной жизни. И очень серьезные. Кстати, между прочим, брак, заключенный в Америке, в Лас-Вегасе, не действителен же у нас? В России нет. Я имею в виду... Конечно же, ваше смешное бракосочетание такое. Ну, в Лас-Вегасе всегда так бывает. С Владимиром Пресняковым, конечно! Ты связала свою судьбу с артистом. С большим артистом, с опытным артистом. Скажи, пожалуйста, вот в чем сейчас смысл твоей жизни? Спрятаться в его тени? Или как раз наоборот, и поэтому ты здесь? Конечно же, я здесь, потому что я хочу петь. Я с детства мечтала об этом. И шаг за шагом всегда шла к этому. Володя очень влияет сейчас на меня. Я за это благодарна ему, потому что он гениальный музыкант. Я не побоюсь этого слова. И я горжусь тем, что он мой муж. Витя Дробыш написал для меня шикарную песню, песню «Поздно», благодаря которой обо мне узнали зрители. И эту песню я просто люблю, это моя первая песня. А что сказал Володя, когда ты объявила о своем решении участвовать в проекте «Фабрика звезд возвращения»? Я уже давно не удивляю его. Своими решениями об участии в том или ином проекте он пожелал мне удачи. Смотрит нас сейчас. Друзья, дальше становится только интереснее, потому что только два продюсерских центра представили нам своих конкурсантов. Но впереди Игорь Крутой и, конечно же,